Всем привет! Сегодня я снимаю влог. Мы идем гулять в галерею, потом мы идем гулять по городу, по центру. Очень красиво сегодня, погода шикарная. Так что, day off, мы гуляем. Мы решили пойти в ботанический сад. Тут так красиво. Лёша. Это ибис. Попал таки в сад, да? Ну, какая красота! Смотрите, фонтан. Сейчас пойдем в теплицы, в садики. Очень красиво. Вот там теплицы. Посмотрим, если они открыты. Много людей просто приходят сюда, читают. Чуть подальше можно делать пикники. Пальмы. Красота. Да, это такие папоротники, только такие огромные. Вот, видите, выглядит как пальма, но лист как у папоротника. Одно из самых древних растений. Красота. Посмотрите. Это орхидея такая маленькая. Смотри. Ну, похоже, цветочки, да. Красиво так. В тропиках, в тропических лесах. Наверняка здесь какой-то ингредиент есть из ауры. Ну, блин, неизвестный. Зеленый. Лягушки, конечно. Ну, лягухи, да. Очень красиво. Вот орхидеи какие малюсенькие. Смотрите. Такие кружки. Красавицы. Маленькие, маленькие. Все-таки маленькие. Очень красивые. Потрясающе, как живые, да? Они живые. Олечка боится снимать, как мальчики кушают. Он такой милый. Ай. Очень жарко, мы идем в галерею, потому что реально можно сгореть. Такое солнце. Так что сейчас пойдем где? А вон дерево. Прохладно. Самые прекрасные цветы жизнерадостные, солнечные. Солнышки. Так мне нравится очень, как все посажено. Такой железный. Стильно. Очень сегодня жарко и солнечно, поэтому отсвечивает. Вон они какие. А? Мы пришли в галерею. А, мне нравится, как раз. Это не Пикассо. Фрэнсис Бэйкон. Прекрасно. У него подача была такая мутная, странная, неприятная, но тем не менее
вызывающий, грубо писал. Кьех Бонар. По цвету так красиво. Да? Да. Прекрасно. Даже импрессионист. Да ты что? В обед взяли такой, что это, просек и салатики. Салат с тунцом, и у меня салат со свеклой, картошкой, и мятой. Мята, шпинат, такое все легкое. Страшненькие салатики, но вкусные. Чирс. Друзья, всем хорошего настроения. Спасибо. Смотрите, что мы нашли в магазине. Набор юникорновых... Юникорновых рожек. Вот думаю, купить мне, не купить. Ну, дорого. Сколько это стоит? Вообще-то дорого, $30. Значит, юникорн. Необычно. Он очень мил. Для детей. Ну и вообще все, что с ним. Мы сейчас в самом... Это центр. Там башня, это Вестхилл. Нет, мы идем в магазин, где продаются на Самата. Ну и так. Саматы? Саматы. Где продаются саматы. Да. Это такой старинный магазин. Старый он, да? Сколько ему лет? Тут тоже разные магазины, салоны, по центру кафе. Наверху так красивый крыша. Тут все уровни, все магазины. Мини-гум. Мини-гум. Шоколадки. Мы идем, где продается она сама. Вот они, паошки. It's a little sexier or dirtier because of the musk that I smell. Yeah. But is it in China why they have a musk or it's more powdery? To me, it's more powdery. Yeah. Yeah. Probably you know I prefer the China one. Yes. Can we buy? Yeah, of course. I'm like, do I have the И он не выдавливается. Пробки у них, конечно, аккуратно. Ногти уже слезли вот сюда тоже. Ногти слезли у меня.
будет. Ну вот и подошла к концу наша прогулка. Мы были в музее, были в ботаническом саду, были в магазине, купили мне подарки на день рождения, очень хорошие. И вот сейчас пьем кофеек, и потом поедем за нашим сыном в школу. Наш day-off подошел к концу. Всем пока, с вами была Ленка Блок. Чао-чао, пока.